Всем привет! Сегодня у нас в гостях олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Хаджимурат Магомедов. Добрый день, Хаджимурат. Рада вас видеть. Вы олимпийский чемпион. Для многих мальчишек являетесь кумиром и примером. Давайте вспомним сейчас 1996 год, Олимпийские игры в Атланте. Ваш настрой, чувства, эмоции после заветной победы. Хочу всех поприветствовать, любителей спорта, любителей борьбы, в стенах замечательного училища Олимпийского резерва номер один города Москвы. Если вспоминать 96 год, то были хорошие воспоминания, но, как говорится, в преддверии этого у нас все знают, что в стране очень серьезная большая конкуренция именно в вольной борьбе, ну, в спортивной борьбе. Поэтому, как мы отобрались, там прошли отбор, там турнир Ярыгина, чемпионат России. И когда была подготовка к Олимпийским играм на сборах, то чувствовали ответственность ребята, конечно, что это, получается, мы представляли Россию уже как бы в современное время, после развала Советского Союза, да, были вопросы, как бы непростое время было. Но мы думали только о том, что как мы будем представлять нашу любимую страну, Россию, на таких зарубежных крупных соревнованиях, о которых мечтают многие ребята, которые начинают заниматься Олимпийские игры, тем более в Соединенных Штатах, далекой Америке, чувствовали ответственность и понимали, что нас здесь ждут с победой. И борьба как бы по программе всегда бывает в конце Олимпийских игр. И мы смотрели Кисловодске, я помню, на сборах открытие, как наша команда шла, как мы радовались там, ну, делегация российская. Каждый, конечно, настраивался по-своему, ждал, как все будет, как все пройдет, акклиматизация там, ну, много же вопросов бывает. В основном ребята были уже опытные, и мы как бы, ну, брали с них пример, советовали, они нам подсказывали. Как что, поэтому я очень благодарен и тренерам, и старшим нашим братьям по ковру с нашей команды, которые делали все для того, чтобы мы могли спокойно готовиться, набрать пик формы к предстоящим стартам на Олимпийских играх. Ну, прилетели, волонтеры нас встретили, привезли в Олимпийскую деревню, было поздно, разместились там. Выспались, потом утром тренировка. Ну, все как бы шло по плану. Тренировались, готовились. Взвешивание, переживания, настрой. Кто-то вес гонял. Ну, у меня-то там особо, я там, может, мне много не приходилось гонять. Как бы у меня с весом было все нормально. Ребята, которые там в маленьких весах, им, конечно, приходилось гонять. Ну, все друг друга есть, товарищи, которые рядом, тренера, которые всегда поддерживают. Для этого и мы есть, чтобы друг друга поддержать в такой тяжелый период. Потому что старт, ответственность, каждый это чувствовал. Я знал, что я сам родом с Дагестана, как у меня на малой родине нас ждут болельщики, потому что с 1980 года, когда Абышев, Абсаидов победили тогда, и как бы был 16 лет перерыва, не было олимпийских чемпионов, и все ждали этой победы, ждали золотой медали, там в составе были еще Багаудин Умаханов, 57 килограмм, наградный чемпион Европы, победитель игр доброй воли, призер чемпионата мира. И чемпион мира Магомед Азизов, он в 94 году был чемпионом мира и получил приз за лучшую технику. Команда была звездная, можно сказать. Там и Махарбек Хадарцев, двукратный олимпийский чемпион, и Лэри Хабилов. Ну, и Бувайсар тогда там уже чемпионом мира был в 95 году, за год до этого в Атланте. Как бы вот Вугар Аруджев, который вот с ребятами приезжал, он тоже там наградный чемпион мира, призер Олимпийских игр был. Команда была хорошая, звездная. И, ну, как сейчас, сегодня вспоминаю, там каждая схватка первая, чуть тяжело там с африканским спортсменом чуть пошло. Видимо, там что-то этот немного поел, что-то с едой, может, не подошло, или что-то вот
плохо было как-то вот. Вроде размялся, все вышло, но вот первая схватка, она всегда бывает как-то вот такая. Иногда бывает втягивание, там первое тяжело идет. Но это прошел, потом кубинский спортсмен был, тоже такой физически очень крепкий был. Такая по накалу хорошая схватка была. Потом в третьем круге был свободный, и уже четвертый, на Олимпиаде же 20 человек всего бывает, как бы квалификацию, там много людей не бывает, поэтому и схваток относительно немного, и уже полуфинал с иранским спортсменом, чемпионом мира, с Хадемом, это младший брат олимпийского чемпиона Расула Хадема, Амир Риза. И ну, уже уже по ходу турнира я вообще набрал хорошую форму и самочувствие, и уже к полуфиналу я себя очень хорошо чувствовал. Я думал, что будет намного труднее, конечно, но сложилось по накалу, как бы в начало было. Ну, я там в партере сделал там технический прием, заработал 2 балла, и потом уже как бы была завязка, когда он прошел мне в ногу, и я как бы оставил, забежал назад. Ну, в общем, с 4-0 она закончилась, полуфинальная, и я уже знал, что завтра, раньше, ну, сейчас тоже 2 дня уже соревнования проходят. Вышел в финал, и на следующий день я знал, что уже южнокорейский спортсмен со мной будет. Финал был очень тяжелый, сразу скажу, тогда было 5 минут мы боролись. И если 3 балла ты не набираешь, то 3 минуты овертайма без перерыва. Никакого перерыва не было. Получалось, что у меня финальная схватка была 5 плюс 3 без перерыва. И, конечно, тяжелая по накалу схватка была. Сильно устал. Ну, усталость проходит, а победа, как говорится, навсегда. Остается, да. Да, поэтому вот так я вспоминаю, как бы коротко рассказал свою поездку в Соединенные Штаты. Столько лет прошло. Сейчас смотрю на вас, такое ощущение, что вы прям там, вот. Тех событиях, ну, да, вспоминаешь, да, эти мгновения, хорошие мгновения. Вначале как бы там мало улыбались, но потом, когда уже выиграли, там уже и улыбка на лице, и там, ну, совсем другая праздничная атмосфера в олимпийской деревне. Ну, многие спортсмены знают, там очень насыщенная программа, и те, кто выступил, там могут уже как бы есть, ну, заняться досугом, развлечься и так далее. Как бы. А сознание победы сразу приходит или спустя какое-то время? Конечно, ты понимаешь, что ты победил там, а уже как бы сразу, может, ты не понимаешь, но потом, когда ты уже успокаиваешься, понимаешь, что же ты натворил на самом деле. Ваш сын, насколько я знаю, тоже занимается борьбой. Как давно занимается? Да, у меня 3 сына. Средний сын Шамиль, он решил заниматься вольной борьбой. Он в детстве вначале там и на теннис ходил, и футболом занимался немного. То есть пробовал себя в разных видах спорта. Да, борьба не приговор для него была. Да. Ну, они когда были поменьше, я, конечно, их уже когда работал тренером, на сборы с собой уже привозил, они там тренировались, кувыркались. Ну, потом он решил там, вот мне теннис нравится, там в ЦСКА ходил, большим теннисом занимался, потом футбол, лужники. Ну, потом он пошел там на джиу-джитсу, и потом в итоге вот 2 года, как последний, занимается вольной борьбой в ЦСКА, где главным тренером вооруженных сил Анатолий Маргиев. И вот у помощника Анатолия Маргиева он занимается. У Алана Казаева и у Теймураза Джоева очень хороший такой сформировался тренерский коллектив. И вот в этой группе он занимается. Посмотрим, что у него получится. Это время покажет. А так, как бы желание есть, тренируется. Или, можно сказать, царапается пока на ковре. Ну, сейчас он принимал участие в матчевой встрече, да, Россия-Америка, в стенах училища Олимпийского резерва. Как его вообще впечатление, понравилось ему, ну, данное ему мероприятие? Очень понравилось. Я думаю, что благодаря таким стартам ребенок, ну, юноша получает опыт, на соревнованиях растут, потому что тренировочные схватки – это как бы одно, а соревновательный опыт очень много надо ездить, чтобы вот, уверенность. Она проходит только с соревнованиями, со стартами. Вот
международными турнирами, всероссийскими такими международными матчами встреч, там они уже себя более уверенно чувствуют и приходит с годами вот эта уверенность. Для этого нужно, конечно, много отдаться полностью этому виду спорта, а как у него это получится, это уже зависит от него. Скажите, а если родители задумываются вот о выборе вида спорта для своего ребенка, с какого возраста лучше отдавать именно в борьбу? Ну, если в борьбу, то на своем примере, я второй класс, это 8 лет. Вот, ну, это не значит, что они сразу там нагрузки будут давать. Ребенок придет, ну, кто-то в 9, можно в 10 лет кто-то отдает. Там они, тренера, которые на начальной группе подготовки, они с детьми общеразвивающие, эстафеты разные проводят, кувыркаются, простые приемы пока. И уже с годами как бы они там добавляют, втягивают. Потому что надо показать, что вот эта любовь к этому виду спорта, чтобы не сразу там нагрузками можно такие дать, что ребенок уже там придет домой и скажет, у меня голова болит, у меня спина болит, я не хочу, мне не нравится. Нужно, чтобы он сам полюбил, на примере известных спортсменов, показать их путь через книги, через... Сейчас социальные сети есть, там, в интернете много фильмов о спорте. Я со своими детьми ходил на фильм «И легенда 17» про Харламова знаменитый, и про нашу баскетбольную команду, по-моему, «Движение вверх», где очень такую мотивацию, фильм. Где я сам посмотрел, и мне хотелось обратно взять, одеть борцовки и вернуться на ковер, продолжить. Настолько я такой хороший заряд получил, поэтому через вот такие фильмы и еще есть такой проект «Олимпийский патруль» у Олимпийского комитета России, где известные спортсмены приходят в образовательные учреждения и рассказывают детям о своем восхождении на спортивный олимп. И, конечно, там аудитория очень так... Я много раз участвовал и впитывает очень хорошо. Поэтому я думаю, что сюда тоже можно будет это пригласить и организовать здесь в стенах училища. Я думаю, от этого будет только польза детям и педагогам, тренерам, которые занимаются с детьми. Сейчас также проводится много мастер-классов, как раз вот олимпийские чемпионы, известные спортсмены проводят для детей мастер-классы. Я знаю, вы тоже принимаете в них участие. Как вы считаете, правильное направление? Да, должен и рассказывать, и теорию, и практику на своем личном примере показать что-то. Ребенок должен пощупать как бы вот, и на ковре, через пот, чтобы борьба же, много приемов, есть там тысячи приемов и тысячи контрприемов, поэтому как бы она многогранная, древний вид спорта, и вот показать ребенку какие-то что-то, они обязательно впитают, и такие встречи для детей очень, они такие являются, ну, мотивацией для ребенка. Для его будущих побед, тем более здесь в стенах училища Олимпийского резерва, это наш будущий резерв олимпийский, который будет представлять нашу страну, нашу столицу, Москву на многих международных соревнованиях, это уже много лет, и их фотографии здесь в аллее, в парке я вижу, вот в Измайлово. Потом, когда заходишь, вот приятно бывает смотреть выпускники училища, которые завоевали олимпийские медали, золотые медали. И вот для детей они смотрят каждый день и получают такую хорошую энергию. Сейчас вы чиновник, возглавляете Гумбетовский район Дагестана. В том числе занимаетесь наверняка развитием, популяризацией борьбы в своем районе и в России в целом. Как вы считаете, какие существуют проблемы развития спортивной борьбы в России? Борьба – это, да, это вся моя жизнь, которую я посвятил. И по сей день я делаю все для того, чтобы борьба развивалась, чтобы дети занимались. Это, помимо, как вы озвучили, мастер-классы. Раньше, до того, как работал в Федерации борьбы, начиная от Сахалина до Калининграда, очень много ездил по стране, где встречался с детьми, с большой аудиторией. Рассказывал им о борьбе, об этом виде спорта, о любви к родине, что дети – это наши будущие защитники нашего Отечества, что нужно любить старших, уважать. Ну, это все рассказывать, встречаться с детьми, с ними надо разговаривать. Если мы почаще вот этот контакт будет, то дети не будут уходить, как вот был период на Северном Кавказе, когда детям, молодым ребятам,
рассказывали о псевдорелигиозные ученые там, о том, что вот нужно там брать оружие, идти в лес и заниматься там ненужными делами, а нужно, чтобы дети знали задачи, любили родину, старших, уважение и тренеров, учителей. В первую очередь, уважение к родителям, старшим. Это же вот всегда учили. Старший пришел в помещение, надо встать, подойти, поздороваться. Ну, примеров много. То же самое в спорте, должна быть там дисциплина, строжайшая дисциплина, и потом время проходит, и уже ребята там, служба в вооруженных силах. Ты же будущий защитник, а если ты без физической подготовки, как ты будешь защищать родину свою? Поэтому нужно с детьми рассказывать о любви к родине, и я думаю, что от этого будет очень хороший результат. Ну, помимо борьбы, видимо, у вас есть еще увлечение. Знаю, совсем недавно вы в компании своих друзей, тоже олимпийских чемпионов, совершили восхождение на Эльбрус. Еще одна покоренная вершина на вашем счету. Расскажите немножко об этом. Ну, что-то это же другое, это уже не борьба, это совсем другие эмоции. Там борьба с самим собой уже получается. Ну, как и всегда в жизни, нужно в первую очередь, вот я молодые потом будут смотреть, в первую очередь в спорте, конечно, будет никогда не забояться нагрузок. Вы будете уставать, вы будете, будет психологически, моральные, будут победы, будет падение. Но никогда нельзя падать духом. В первую очередь нужно победить свое эго, свое внутреннее я, которое тебя будет тянуть. Давай поспи, давай отдохни, давай что-то пропустишь, ты же и так много тренируешься. Вот в первую очередь нужно победить самого себя. Если юноша там, ну, мальчики, девочки смогут победить самого себя, то я думаю, что в жизни у них будет успех, и это им в жизни очень пригодится. То, что касается покорения Эльбруса, то мы, да, это получилось так, что наш друг из Сибири Анатолий пригласил нас вот поехать на Кавказ, Кабардино-Балкарию. Мы собрались, и Давид Мусульбес, и Асланбек Куштов, ну, все знают, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Были еще ребята, и вот мы, как бы получается, что как-то спонтанно собрались, ну, созванивались, ну, хороший коллектив, там, акклиматизация, несколько дней, и там поднимались, там, тренировались. Ну, если честно, хочу поблагодарить наших гидов, и этот Абдухалим, я помню, и Идрис, это ребята, которые с нами шли, профессионалы, без которых восхождение, я думаю, наверное, не получилось бы, настолько они нас там своими советами, своим опытом делились, потому что, да, мы там нас в спорте, может, в борьбе достигли, но покорение высоты – это совсем другое, там высота, там нужна подготовка, там тоже сила воли нужна. Ну, конечно, были мысли, может, не развернуться, были сложные участки, может, развернуться, месяц подготовиться, потом повторное восхождение сделать. И ветер был сильный, и погода потом, как бы на обратном пути уже, вообще она ухудшилась. Ну, вы борцов, решили идти до конца. Борцов не сломать, мы решили идти до конца, зато такую энергетику и получаешь такой драйв, который как бы за деньги не купишь, как говорится. И я счастлив, что покорил высоту. Я никогда не думал, что я туда поднимусь. Мне казалось, что это другая планета вообще, другое измерение. Ну, высоко, самая высокая точка Европы. Сейчас уже там, когда нас друзья, товарищи поздравляли, они говорят, вот уже следующий, надо уже 8000-ник. Но это, конечно, для этого нужно очень много готовится и морально, и физически. Пока там о 8000-никах говорить не хочу, но а может Эльбрус как-то вот, когда будет свободное время в период отпуска, можно было еще раз, мы хотим собраться. Пока хотим собраться тем же составом, хотя бы подышать, потому что там очень красивая природа в Кабардино-Балкарии, при Эльбрусе. Очень красивые, очень добрые, гостеприимные люди. Всех поблагодарить, пожелать им здоровья за такой теплый прием. Если в каждом уголке нашей матушки России будут вот так людей встречать,
то я думаю, что будет только мир у нас в стране. Настолько вот тепло встречают и хорошие воспоминания. Хочется еще раз туда поехать. Какие-то еще в голове идеи зародились? Какая следующая вершина? Ну, пока нет, но уже мы что-то... Хотя бы то мы хотим там собраться, когда там каждый хочет взять отпуск, собраться и там, может быть, осенью тоже походить. Ну, не на Эльбрус, а в горах, а там уже дальше посоветоваться. Мы уже как бы вошли в эту тусовку альпинистов. Нам вручили остальное сертификаты, а дальше уже как бы надо серьезно относиться. Уже и музыку начал слушать, такую там Высоцкого песню из кинофильма «Вертикаль», по-моему, да? «Вертикаль» уже интересно, про альпинистов, там, про друзей. Очень, конечно, занятия спортом я всем рекомендую, ну, может, дойдет не каждый, но получите очень хорошие эмоции, положительные эмоции получите точно. Хаджимурат, что бы вы хотели пожелать спортсменам, членам сборной, которые вот еще только мечтают стать олимпийскими чемпионами? Ну, тем ребятам, которые выбрали путь спорта, путь, который ведет к вершинам, я хочу, как я говорил, в первую очередь преодолеть свое эго. Раз вы это выбрали, это тернистый путь, надо смело идти. Да, у вас будет белая полоса, черная полоса, поражение, будут победы, никогда не за духом падать. У меня тоже был, я сразу олимпийским чемпионом не родился. Еще в юношеское время я думал, может, мне мастером спорта вот хотя бы достичь, потому что тогда мастер спорта еще Советский Союз был. Я там у старших товарищей, по братьев по ковру, когда там вручали перед строем удостоверение мастера спорта, я как запомнил, тренер вручал перед всеми, и там мы его поздравляли, хлопали. Это было, я там считал, что это там, это высшая точка, я тогда считал, что в спорте, который, ну, мы же школьники, там, второй, третий класс, и на моих глазах вручают мастер спорта, это, я считал, что это там, в спорте, это там, ремесленник там какой-то, или номер один, наверное, там, да, ну, есть там, деятель, там, актер какой-то там заслуженный, да, там, да. В своей профессии есть там, кто-то одежду шьет там, кто-то обувь, у каждого своя профессия, кто-то врач, выбрал профессию врача, а здесь ты в спорте, и ты мастер спорта, я считал, что этого, ну, это и есть, на самом деле, это очень много надо пота пролить. Но потом, когда мне было 18 лет, на юношеском первенстве России я выполнил норматив мастера спорта. Потом ты уже понимаешь, что, ну, раз ты уже мастер спорта, у тебя уже аппетит, как говорится, проходит во время еды. Потом уже идет мастер спорта международного класса, потом заслуженный тренер. Ну, уже как бы ты понимаешь, что это твое, и пожелание, вы выбрали этот путь, идите до конца. Вы представляете великую страну, великую Россию, и когда звучит гимн России, это, конечно, такие эмоции получаете, когда весь зал встает, и ты гордишься, что вот, начиная от твоего первого тренера, твоих учителей, твоих родственников, которые ждут, болельщиков, фанатов, которые очень много ждут, переживают от тебя. И вот эта олимпийская медаль, золото, это все, вот, пока этот гимн звучит, конечно, вот это все в голове, этот, ну, по крайней мере, у меня прошло, я вспоминал свой этот путь тяжелейший, начинание, травмы, ты спотыкаешься, встаешь, ну, я об этом уже говорил, но вот эта победа, я желаю, она придет, главное верить, трудиться и слушать своих тренеров, конечно, обязательно во всем деле, мы же в школу ходим, нас же учителя преподают, то же самое в спорте на ковре. Если мы учителя не будем слушать, у нас будет слабая успеваемость. Если в спорте мы не будем своих тренеров слушать, не будем, я это могу, я это, кажется, ты уже там великий. А на этом очень много людей обжигались, достигнут определенных высот и считают, что я уже, мне там тренер, наставник не нужен, он нужен до конца. И в зрелом возрасте, и старшему поколению всем нужен наставник, который ведет по пути, по правильному пути. Главное не сбиться с этого пути. Спасибо вам большое. Спасибо, что уделили нам время, поделились своим опытом.
Всегда рада вас видеть в наших стенах. Ну, я со своей стороны хочу вам, Алла, тоже сказать спасибо. Вы рядом с директором, с Давидом Владимировичем много лет. И субботу, воскресенье я вижу вас здесь. Вы трудитесь во благо, чтобы вот, дети, которые здесь тренируются, достигали высот. Поэтому ваш тоже вот, труд, ваше время, свободное время, энергию, силу вы тоже в этих медалях есть и ваша тоже доля. Поэтому вам тоже удачи, терпения, сил, мира, добра, любви. Спасибо вам большое.